Покажу из дома, шиба хокай. За медикаментами в аптеку, где же Оля видом и рецепты. Оля меня знает, она меня уважает. Знает, что я не подставлю ее. Захожу в магазин, наливаю я адреналин. Я нашел себе прометазин. У меня есть деньги, я иду на технике, типа таблетки. Ну, короче, замазали, что я за три дня? Аптека, 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 сделки, артилитамин. Все, что есть в моей крови. Чел, дай пуджа, пожалуйста. Кто это его забрал? Что это? Это что это, блядь? Товарищи, слабо проебать эту игру. Сейчас вы, конечно, сейчас 100 ролите. Умер кто-то, посмотри, пожалуйста. Заберите у него мита, брат. Это как представить наша банда, у меня есть деньги, их почему-то.
нашего востока. У меня есть девка, но не надолго. Я меня уеду, я готов не кинуть. Я могу подвести вас на понедельник. Я на новом году закупил за воскресенье. Я на новом году покупил за день недели. Короче, Shadow Shaman. Сам себе купишь. Блять. Гений, блять. Ебаные властелины. Я пойду за тобой. Их не ланаю. Выиграй мид, выиграй игру. Пикну ебаную клопу, которая нихуя не сделает по игре. После сайлинсера. Одной кнопкой меня закон. Забрать свидер. Типа он крутится. К шаманам собрался тычковаться. Сука. Гений. Мне сапог надо, брат, будем играть. И левел третий. А, у тебя нет сапога еще? И левел третий. Нет. Я так ее просто похарасил. Не пишу. Ладно, все, я понял тебя. Задух как собака. Ладно, я понял тебя. Все, давай. Я фет. ГГ. Собака. Да вот как? Возможно, могли бы свапнуться линиями, нам проще. Вот тихо, кинь.
Ты уедешь сейчас, тупая. А, челка, у которого дагер в один. Блять, сука, почему ты за меня попался, блять? Робьем, ты шо у меня? Сюда. Басовский еще разочек набить. И в их снах. Как? Я понял уже. Нахуй ты пикаешь хуесос на квапе, ебаный ноль, блять. Просто ебать, ты скрим в три качаешь, блять. Как ты будешь убивать Траксу, ебаный ты мусор? Разговариваешь. Мне нужно было... Ой, а почему он с Райсбендом? Обсался только что я. Пацаны, соло игра, соло пушить буду. Принято. Куда? Стоит все равно. Я попробую вот так вот обойти, конечно. Ты, сука, бездарная на квапе. Просто играй в эту игру, никого не обвиняй, нахуй. Играй спокойно, ты заебала уже всех. Давайте можем сайленсер, если он сюда пройдет. Оно есть открытие. Раха. А, у тебя есть? Сейчас я почти один крип. Куда гонишь? Куда ж ты бежишь-то? Где? Ну я там уже у него. Акса хелп есть. О, давай, давай. Блять, ну нахуй ты это делаешь? Что я делаю? Я просто нажимаю кнопки, а что не так? Нажимаю кнопки или что? Ничего не могу. Пошли нет. Сало, слышишь?
Папа, бэйбэк. Дайте по репорту купя, пожалуйста. Страху убьем, Буч, ой, Уса. Блять, а где Смакарс? Давайте убить Лину. Ты очень хуёвый, чел. Ты не мог взять... Да закрой ебало, свой колхозник, блядь. Ебаное животное, ебать. Чему вас учат там на Твиче, ебаные задроты? Чел, блядь, ты не умеешь играть, закрой ебало. Ебаного дерьма, мимо не... Еще и слушай, что ты должен. Даже быть ты нормально не можешь ногами, блядь. Бездарный идиот. Сейчас бы, конечно, с мамой шлюха ебало свой открывать. Собачья, колхозная. Какой вы серетесь, блять, вы в одной команде, вы не понимаете, блядь, что, блядь? Я сижу молчу, я не знаю, нахуй он свою колхозную ебучку открывает. Мог сказать таких слов на вас, блять, миллион, нахуй, блять, вы это делаете? Вы мою линию видели, блять? Вообще ебало не должны открывать. Стоит, братик, если ты не понял. Подожди, сейчас серьезничку курис. Давай убьем её. Тут ебаный. На миде ребездер пиздец. Джо умер. У бабы насмотрели синта, но покупали аквиту на, блядь. Полезных артефактов на героях теперь играют. Кайф, чё. Своего мозга нету, блядь. Хуй сосед теперь. Как достать соседа? 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 Бля, такая лампа. Старим. Нахуй ты умер на вид? Нахуй ты умер на вид? Нахуй ты умер? Нахуй ты умер на вид? 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 Вивер, нахуй ты умер на вивере, блядь? Вивер.
Молодой трел пел. Я сегодня улетаю. О, сегодня мы на сцене. Эй, ну виду, она без Лотара, без Юла, еще ее можно ебашить. Бегаю по харе. Я кидаю деньги вам, не столько препаратов. Мама, я не знаю, где мы, я бегаю по харе. Ромеро. Как Клопа фидит? Клопа фидит. Да, кто его знает. Как фидит? Он же ЛБ. Сука! Кстати, я бегу, но я не добегу. Два хп! Ой-ой-ой, шок, блядь, животное шок. Бездарное. Найс, Смит забрал. Почему, понял, чё. Ну да, неплохо. Разве не животное? Нет. Я вообще про этого не сказал, ты нормальный чел. ПП, говорю, пацан с акрилой. Тронк. Даже поебло больше. Нанес ТПС. Почему ты нахуй на шамане сделал, блядь? Ой, ну ладно. Нагоним такой ранний, даже нормально. Красавчик, брат, ты лучший, блядь. Извини. За мат нахуй, извини. А твой друг на квапе вообще лучший. Ебал, ебал, рэп, ебалый. Ебал, рэп, ебал, ебал, рэп, ебал, рэп, блять, как выиграть? Ноль шансов. Я не могу себе позволить выиграть. Дай урну, плиз. Бывает. Тварь бездарная. Хорошо, они на эту дуру злобу тратят.
бля, она наебнёт тебя, слышишь? Я не слышал, правда. Да не сути. А хотя... Мне это не надо. Знаешь, как ни странно, мне это не надо. Утекаем, мадам, не могу поверить, что как-то ты ехал. Ты ебло свое на квапе открываешь. Как ты вообще имеешь право, блядь, ебло открывать свое? У меня хотя бы не 30% рейт на аккаунт, понимаешь? Забит. У него процент 39. Больше проебывает, чем он купил. Успех больше. Мне кажется, это опасно ему будет. Здесь вард был у них. Поставьте варды к нам в лес хотя бы. Без проблем, брат. Спасибо. Чел на шамане там аганимы собирают, но это тоже нормально. Чё? Ну на, хочешь на, я купил, на, расставь. Как с Аксом бегать будет? Потому что я не знаю, блядь, какие-то артефакты, бля, ёбнутые. Там вижу, вот здесь еще минеровские. Пиздец. Найс. Моя БКБ, я без БКБ не могу драться. Долго. БКБ я могу их разъебать не вижу. Так, след не... Не въебало. Фарми, фарми. Ну там не один, блядь. Супер сильные змейки даже для драки. Они согоним там же зима. КП и змейками мы разъебем. Че бывает? Все, мы не можем драться. Все, мы не можем, отойди. Я крипов пачку заберу. Парни, не можем еще, не можем. Ну
Блин, вот, дай его, дай его, бля. Ну еще Рошана заберу. Купую драку, блядь. Было бы охуенно. Пример есть тогда, варды еще. И Златара. Блядь, на Златара. О, отойди, отойди, убегай, 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 я их избили нормально. Вот ты лезешь нахуй. Не думаю, нам ждать 20. Полно забрать еще, блядь. Не отойдут они все ЛПП. А нахуй сейчас... Вы сейчас там сдохли. Ну это, блять, это было так очевидно, что они не отойдут, это пиздец. Ну что сказать, главное мид забрать. И варда не покупать. Охуенный вард, вот этот вард. Он просто... это лучшее, что я видел. Он просто тейчес выигрывает. Когда стык застрелят, когда стык застрелят, когда стык застрелят.
Павел, молодой алкаш. Я соболезную, что все темно, этот дом сегодня наш. Слушать на моей квартире сейчас. Тетя Ира вызвала ментов, не стану открывать. Я бегаю по хате, я кидаю деньги, вам не столько препаратов. Мама, я не знаю, где мы. Я бегаю по хате, наступаю телек, парень. Так очевидно было. Мне сейчас там горит. Ну даже размочу, блядь. Столько противно слушать это. Животное. Все, что у нас осталось, это фотографии в руках. Я держу ее за руку лишь сам. Счастливых снах, полароид наше фото, загибает мой карман. Одинокий я до гроба, знания не предаю. Все, что у нас осталось, это фотографии в руках. Я держу за руку лишь самых счастливых снах. Полароид наше фото, загребает мой карман. Одинокий я до гроба, знания не предаю. Я не слышал правды, я тебя за все это время не услышал правды. Мне это не надо, знаешь, как ни странно, мне это не надо. Утекаю, мадам, не могу поверить, что когда-то я хочу быть рядом с тобой. Я с тобой, иди за мной, иди за мной. Мой дом, родной, останься позади, я.
Я же сказал, здесь мины стоят. А, ебать. О, сука, чел. О, ебать. Ой, блядь. Уф. Все, что есть в моей крови, все, что есть в моей крови, все, что есть в моей крови, все, что есть в моей крови.
такое бывает. Ну ясно, шума. А, то есть два чела в муте. Ладно, и такое бывает. Ебаная, блять, шмане. Флетчер, Бонни, Флетчер. Тоже проебанная. Эй. И бегаю богатей. И бегаю богатей. Я кидаю деньги, вам не столько препаратов. Мама, я не знаю, где мы. Бегаю богатей. Раступаю телек, парень. Да, то, что знаю, сука. Как ты спишь соседа, сука. Как ты спишь соседа. Как ты спишь соседа. Как ты спишь соседа. Это друзья, это нужно богат на них. Это как наша банда, у меня есть деньги, их очень много. Парень.
хватит, ты что? Ну ясно, там далеко не писать. Что это за хуйня, блядь? Пиздец, ну и говно, блядь. Так постоянно. Да что это, блядь? Еще ладно, закрою доту, блядь. Что за хуйня? Я просто не могу играть или что? Ну видите, блять, постоянно какие-то, блять, проблемы ебаные. Гади внизу, блядь, что ты обижаешься сразу на этих даунов, блядь. Давай нормально отыграем и все, блядь, Катя. Ну что это за хуйня начинается? У меня уже кто-то фит. Блять, я вылетел, блять, на одну секунду и сразу же зашел. У меня уже кто-то фитит, блять. Дети шлюх. Не дали, блять, нихуя не дали, сука, дебилы, блять. Против Флетчер. Хули нам, блядь. Пацанам. Хули нам. Хули нам. Ну хули нам, блядь, пацанам. 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 Давай, если ты там ставишь первый секунд у меня, он нормально домашка. Что ты не стопишь, блядь? Ну ты пидорас. Я тебя понимал, что ты говоришь, у тебя пизда микро. И ты прерываешь просто хуйня. Да, очень жаль её, приятель. Сука. В соло выигрывать, блядь. Ну вот эту катку, это, блядь, обидно будет проебать. Я... Уже все предрешено, я уже проебал. Потому что я не играл. Бля! Спорить, что... Я красавчик! Я у Клотавра постою, сейчас кура несется. Я все в мане, я посел полностью. Сейчас зашпаляют меня. Yeah.
можно, слышу бить. Пох у кого. Лучше пугнем. Ничего, у меня нет ничего. Бля. Земля пухмарта. Ну что ж сделаешь, это пугные. Видите, видите, видите? Видят, блять, как можно умирать на этой линии, блять, как? Ставь руну, пожалуйста, друг, у меня ботл. Так, они фидят, теперь новая проблема, по-моему, не обращать внимания. Антимаг, что? Правильно, на фрифарме. Башит моего, кого? Правильно, Пиджи Слава. Почему? Правильно. Я в скрытом поле. Вот убьёшь. Бля, ну брат, что с тобой? Чего, блядь? Я не видел, сколько у меня хп, блядь. Она последний хп раздавал, блядь. Ебал ей на фул, блядь. Бля, ебать. Там наш рай. Давай. Бля, нас такие. Смотри, Скай, смысл в этих всех атаках. У меня 0-2 и... Нихуя не включай свой микрофон. Бля, варт еба. Ну, возьму. Постак и лес, братан, на огнестройке сможешь. Бля. Ну нахуя ты пикаешь? Чё ты хочешь, блять?
нуля Unreal. Короче, бесполезно играть с этим долбоебом. Он просто взял ЦК бесполезного, нахуй. Просто и стоит, и ты просто ебалом торгует своим. Слышь, я заебался, нахуй. Почему нахуй ЦК-то, блядь, говоришь, стал бесполезным, блядь? А? Да унищи, блядь. Ты мне говоришь, какой-то ролл ебаный, ты неудачник просто по жизни. Не надо, тебе этого не надо. Играй нахуй эту игру. Слышишь, грозный, блядь. Слина, блядь. Не играй нахуй эту игру. Нина ебаная. Ой, стан на четверочку. Чисто стан, Макс. У нас тут стан, Макс. Хардовый путь. Тингер, давай убьем его. Не-не, ну подожди, ты дальше. Мне сначала хукануть надо. Он предложил. Чек. Понял.
ФБФ здесь обнять. Нет, не успеешь. Ну ты... Хочешь докладывать, слышишь? Встань его, встань его. Как прилетаешь хотя бы ботлом маш. Ну маш хоть ботлом. Из дома. Вот
Я куплю тебе любить. Куда ты, блядь, пошел? Куда ты, блядь, пошел? Как уже можешь кушать пойти? Блядь, какой ты долбоёб на коре? Просто конченый даун, блядь, иди нахуй. С фантазмом он уходит, блядь, с ультимейтом. Дорас, блядь. Дай стан, дай стан. У меня есть даггер. Урса, блядь. Что, вы не с этим Тараской или как? Нейс Хекс. Так, или притянем на пудже, так, или будем тупым долбоебом. Так, ну я думаю, выбираем тупым долбоебом. Сука, блядь. Бездарно на антимаге, ну чё? Блять, какой же антимаг убогий, блять, ты не можешь выиграть.
Вот я мусор. Я не заметил это с вами. Ой. Я, короче, забейте, я рипнул. А, нет. Клинкс у вас. Нет. Пусть нахуй больше. Пиздец, ЦК, ты реально ебанутый. Купи БКБ, и ты выиграешь игру за один клик, блять. Бой, блять. Бейте, а, вы убили эту хуйню? Бей, надо убить. Убейте вар. Бей, вар. Я бы игру дал ебать. Давай на развороте на меня. Иди сюда, уёбище на ЦК, иди сюда, блядь. Почему ты такой даун, блядь? Нахуй ты порочился, блядь. Ты стыд, короче, научись, пидор, блядь. Иди сюда, да, поёбина, блядь. Вы не можете со мной пойти. У меня колец, я ебал в рот.
админ, блядь. Бейте эту хуйню, я вас прошу, блядь. Дирошана убей, не надо лезть в ЦК, пожалуйста. У тебя иллюзия еще долго. Так, почему что, пожалуйста, говоришь, блин, сразу минуты. Сейчас ты видишь, почему я не хожу на рож? Ты просто видишь это или ты не видишь? Да у Нина считай, что я, блядь, забрал. Не понимаю, чего ты. Слушай, думаешь, я что ли, дачок, блядь? Да у Нина, слушай. Ты мне, блядь, сигналит такой. Сними линку, блядь. Вторым скиллом, блядь. Сними линку, роши, блядь. Жирное чмо мне парит. Почему я, блядь? Ты мне что, знаешь, пожалуйста. Я играю, блядь, больше, чем путь живет, блядь, на этом свете. Ой, просто больше, не говори мне, пожалуйста. Я знаю, что мне делать. Пожалуйста, говори пуджу, блядь. Хаю, блядь. Понимаешь, им говори, блядь. Да, он, мы делаем минус мне 5, уже... и ты идет. Я думаю, на выходе.
кнопки сбились, бывает. Ну это, кстати, почти красиво было на самом-то деле, типа. Боже, ну пошли, закончим, блядь. Пойдем, пойдем, у меня все. Я так срать хочу. Коня ебала. Коня долбоёб, выиграл наконец-то. Эти всю грудь, кто облизал, кто сос. Соседний бал, смотрим на стеки. Я люблю.
вставил молодой алкаш. Я соболезную, что сыкам, но этот дом сегодня наш. Трушит на моей квартире сейчас. Тетя Ира вызвала, и лутов не стану. Погодите, я кидаю деньги, вам не столько препаратов. Мама, я не знаю, где мы. Бегаю, погодите, наступаю телек, парень. Я не знал никто, что не снимает. Слышь, Никитос, секундочку, а ты на Твиче подписывался на меня или нет? А, Никитос, ты на стриме подписывался на меня? На Твиче. На Твиче, потому что на Твиче супер важные подписки. Потому что ВКонтакте я чат вообще почти не читаю. А на Твиче читаю. Сейчас приду. Так, ясно. Пуджа возьму и приду. Так, 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 сейчас чекну твой профиль. Эй, у тебя хуйня профиль, да? Я сам лучше выиграю. Так. Не, вот, подпишись по-братски.
Сейчас я тебе скину. Вот, держи, ща я приду. Если бы ты забрал, было бы вообще охуенно. Я вторую катку уже подряд с дабл мидом играю. Уже не Так, Никитос, ты там подписывался, да? Ага, спасибо. А ты трипл оффлейн видел, блядь? Сейчас мы здесь будем со самбо. Это? Иди против сварка поставит дружок. Блять, мне проебан. Я трахну его мамку, бля.
Бля, вот это заебись, вот это заебись. Пусть они здесь втроем стоят, сварк пусть хуй сосет. Бать фри ПТСы. Неужели, блядь, Венга съебалась? Ебать, палец дернулся, брат, сори. Ебануться! Стримишь сейчас, браток? Угу. Можно привет маме передать? Передай, только не моей. Мам, привет! Я в телевизоре. Башу на Аксе. Забей, браток, нормально все. Ну, у меня всегда так, ну, как же, блядь. Всегда ничего не попадает. Нет, смотри, че... О, блядь, раз в год залетает холостой, блядь. Попался, блядь, наконец-то. Не, мне похуй, я бегу за ним. Блядь! Тоже, я тоже. О, тут я виноват, дружок. А, я понял. Все, пускай идут, идут, ебашьте этого лоха на урсе, мужики, давайте ему жить. У него хила нет. Оп. Оп. Сейф. Блять, мне похуй. Не, мне не похуй. Чего? Хуя. Ты зашить такое? Не знаю, скрытый пул. Парни, у вас урса две руны спиздил, прием. Это не моя вина. Ебанулся, алоби. Заебнул. Давай, давай, дружок. Не-не-не, брат, брат, брат. Шо, сыш? Ну,
мультиков, блять, не ожидали. Вообще просто. Нам вообще претензий никаких не должно быть здесь, в этой игре. Нет, тут просто Рубик умирает пока. Это нормально, Рубик пятерка, это просто... Просто Рубик пятерка. Что он может сделать? Что ты несешь на Рубике? Причем тут я, нахуй, ты 0.5, блядь. Сука. Всю жизнь играют в доту, блядь, на 3000 рейтинг. Бездарный игрок. 5 орбов я могу. Я чуть пласочкой подхилюсь. Мам, по нему урона не хватает. Сейчас я выфармлю тут. Тогда убью. Ну ты сам с ним поработай. Сларс сгорел. Рыбка, рыбка пришла ко мне, парни. Рыбка у меня. Я тут помогу. Кунька, походу, смог хаком играть, я не знаю. Ну, либо он как-то странно видит меня в кустах, как я-то поделаю. Не-не, сука, блядь, с шестым левелом. Как говоришь, с макпхаком играет. Да я не знаю, смотри, типа вот в эти кусты тэпаюсь, тэпа делал, он туда уже ставит торн. Хотя еще даже тэпа не закончил он делать. Он просто чекает, хули ты, блять, мозги идешь. Откуда он чекает? Он мне как-то может видеть, объясни. Как я тэпа сюда делал, вот именно сюда. Это 100% макпхак. Я тебе не говорю, что 100% там, вот он когда оформлю, может еще по ворду увидеть. Я тебе говорю, что 100%. Бля, сделайте с этим медведем и, блядь, ебаным гримстроком что-нибудь. Я держу ее. У меня есть купол. За купол мы можем бить третий скилл Рубика есть. Еще гений, первый в три брать. Давай, начните. Не, Урсу мы не убьем гримстрока разве что. Получи шестой. Он когда пойдет на балку, а нет, сюда вернулся. О, вот он на энше тогда же меня торн кидает. Чисто вот как у челика походу. Вот, вот отсюда кидает на моих эншентов. Ну что там вард? У него везде, значит, варды. Вот тут у него вард стоит под вышкой. И вот тут на этом коте. Все, пиздец, паранойя, кажется. Да я тебе... Он не кидает, когда просто там стою, а только фармить начинаю. Он видишь, там крипы. Вот, вот, смотри, у него и тут вард. Смотри, вот он меня тут нашел.
Не, в это не верю. Там нельзя было найти. Я сам что-то туда ушел. Я не знаю, что это за хрень. Что ты резаешь, Куру? Короче, у меня сейчас кукол будет. Давай убьем кунку, я иду, у меня маска есть. Да, я не знаю, кто кукол. Акс, ничего не говори в микрофон, у тебя он не работает. Да тут нету нигде вордов, я вот тут формил, кидаю торрент, я вот тут формил, кидаю торрент, я вот тут формил, кидаю торрент. Во-во! Я вам это говорю. Какой? У вас рота, кроме тебя, некому носить. Как он был носить урон купол? Алло. Так я в соло нахуй. Не бежу в соло. Нашел, опять нашел, опять нашел, смотри. Ну, у меня хп мало, он меня убьет моментально. О боже мой, блять, как жить? Да, это еще хрень меня убила тут. Пизду, нахуй. Не, кунку нереально убивать, он видит, как на него идут. Алло, что сделал? Он с мобхаком стоит, я не могу споты фармить. С каким мобхаком, блять? Ну он просто умеет играть на нему, все, что ты, блять? А просто угадывать, да? Так ты видел, как он дает? Посмотри реплей, как он дает это. Нихуй, потому что борту, брать. А кого бы взял? Тем же сэфом бы стоял. А он думает, что он охуенно играет на броде, блядь. Любого просто нормально. Бустер, блядь. Взять, нахуй броду брать. Лучше, блядь, я на мид пошел. Если бы не было броды, не было бы. Я не парем, у тебя даже нападет. Да, зарезал. Бля, меня этот хуесос соло убивает. ГГ, мы проебали просто, мид въебан. Чё ты моргаешь, сука? У нас, блядь, на бруде просто долбоёб, блядь.
Ой, все, я не хочу играть, пизду. Вот, блядь, кому мид отдал, блядь? Нахуй отдал, знал, что проеб будет. Девять двадцать, блядь. 0-4 мид, блядь. Алло, привет. Посмотри реплей, как он стоял в миду. Ты увидишь, что так просто нереально это кидать турнир. Это кунка, блядь, это кунка, ты дебил. Как он знает, он по таймингу и ровно ну кидает. Потому что он не ты, он умеет в эту игру ты. Играть, блядь. Это ты, бездарное то, чудовище. То, что ты умеешь играть, то, что ты, он умеет играть, он должен видеть меня в кустах, а то, что в какого-то ММР раздается, то, что он блядь, видит, у него вот тут вард, я уверен, у него вот тут вард. Ты дебил, короче, чел, да, нахуй вот ты... Вот у него вард, вот. Блять, ой, такая тварь нахуй, это просто, блядь. Че я тебе могу сказать? Бери дальше свою бруду, блядь, дальше играй на ней, блядь, кайфуй. Играй в этих, блядь, в паблике на бруде, слышь, в рейтинг нахуй не суйся своими лоускильными брудой, блядь. Охуенный герой у тебя, брат, очень хороший, блядь, стабильный. Но самое главное, ты на нем супер сильный. И вправду, блядь. Взял бруду, пикнули кунку, ВС тебя в мид, бля, и вправду читер ебаный, наверное, на кунке. Как-то, наверное, пауков убивает, видит меня, блядь. Них, наверное, в отличие от нас, люди знают, что такое варды, блядь. Я уже голды 700 потратил на эти ебаные варды. А импакта 0. Потому что у меня бруда. Посмотри сам свой этот, блядь, повтор и убедись, что ты рак ебаный. И перестань пикать в рейтинг свою бруду, на. Ты не умеешь. Амаегис, бейте других, пожалуйста. Блять, ну наконец-то я смог по хрону нажать. Сейчас он как даст сплэшиком, блять. Поебал он пиздец, они просто конченые, еще и Акс присоединился к тупой бруде, блять. Бегут нахуй за кункой, блять, давай убьем его, ебать. Диффузики купи на бруде, хороший артефакт.
Диффуза, блядь, на бруде к 10-й покупают, нахуй. У него они будут только к 25-й, Я мог просто купол поставить и съебаться, ну ёбаный стыд. Сосать, 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 сосать. Сосать, сосать, сосать. Читы включу. Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm — это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен — это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm — получи то, чего хочешь. Ты хоть раз за лето на озере дробь речки, дробь море искупался? Нет, ни разу, братан. Я в этом году... Я ни в речке, ни в море, ни в озере нигде не купался. Даже в бассейне, братан. Я, ну, блядь, вот ты мне задаешь такой вопрос, а я стримлю почти каждый день. Ты ж, мы же с вами видимся, мы все лето с вами видимся, понимаете? Я не могу ж, я ж не пойду после стрима в 3 ночи, блядь, в речке купаться. Меня мусора возьмут и в психушку отправят, понимаешь? Когда мне купаться? Дядя милиционер поймает, подумает, что больное блюдо. Ну, опять же, радует то, что я спектра. То есть, сами понимаете, геймплей спектры. Сосать, 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 дефать хайграунд. Снова, собственно, сосать, 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 покупать радианс и, в общем-то, побеждать доту. Вот такой план на игру. Конечно, мне есть регулярный секас. Мы с твоей мамой видимся очень часто. По 2 раза на день. Я даже знаю, что ты сегодня ел на обед. Тебе мама сегодня окрошку делала. Она сегодня пораньше уходила. Сказала сына накормить, окрошечки надо. Я тебе скажу, что я сегодня ел вермишель с котлетками, и меня кормила твоя мама.
Здорово. Если не ответишь, я сажусь в свою девять и выезжаю бить тебе ебучку. Кому ты там ебучку можешь набить, школьница? Расслабься. Ты базу упала. Чё, братан, учишься, не учишься? Как вообще дело? Я нормально учусь, да. Ну, в 10-м. Понял. Ты тогда просто по-доброму ёбан. Ну, такой старый, добрый, верный уёбок. Ну, по-добренькому, братан. Спасибо за донат. А ты как, Никита? Блин, винга такая сочная. Надо написать. Как же это сочно! Каждый раз, когда буду змеей в него попадать, буду спамить эту тему. Могу подраться с ТБ. Он со мной есть свапаться будет, у меня линка. Молодец. Дебил. Выбрал бы пристилбека, сейчас бы всех нас побрил. Уебанный в рот. Побрил. Правда, не он, а иллюзия Винги. Меня иллюзия Винги что-то отпиздила, которая в виде террорблейда. Да вроде мы тоже в 10-м, ты как АГ сдал. Нормально сдал. Все на четверке. Сейчас бы грязной рукой волосы поправить. Бля, вот такую музыку вы никогда на стримах не услышите. Я не знаю, почему мне всегда стыдно ее включать на стримах. Хотя она меня так успокаивает. А чё сдавал? Ну так, как и все. Русский, математику, география, общество знания. О, блин, какой бы кусочек взять? Я просто не все буду. Бля, я не могу, серьезно, я не могу разрезать мясо. Они вот что же хуйней занимаешься. Бля, если я порежусь, меня забанят за причинение вреда себе. Мне вот что интересно. Бля, я, кстати, чуть по пальцу уже не резанула. Пиздец, я говорю, ножи тупые, меня это бесит. Я начинаю злиться. И зачем точить ножи, когда можно...
Скучно, блядь. Пиздец. В Доту я не хочу играть, пиздец. О. Да, и я думаю, что из всех, кто только вот мог меня выслушать, ты самый подходящий вариант. У тебя есть свой ребенок? Ты любишь его? Я не понимаю, как можно не любить своего ребенка. Я не понимаю, как можно. Я по приколу физику ебнул. Мне 2 баллов до 4 не хватило. Понятно. Ну это жестко, жестко, Никита, сейчас сказать. Рискованный парень. Ненавидит своего ребенка. Бит своего. Так что как-то так, Никитос. Ой, блядь. Спать хочу. Сейчас приду. Go в Dota Impulse. Мой кур на арабской делать нехуй. Опа, все. Года тан, плиз, мой комп на арской делать нехуй. Ну, погнали, погнали. Кинь иди свой в чат. Я тебя добавлю. Пойдем, поиграем. Придется на этом. Залезайте в МПД. Так и быть. Фишки НСа были о том, как отменить ульт на верке? Да. Умеешь, да? Я пропустил просто этот сезон, наверное. Да я то не на нарвской. А, типа, чтобы я в Дотан пошел.
Не, Никитос, сори, я не хочу, бля, меня тошнит. Я в скрытом пуле ебаном и не хочу играть там. Я подожду, пока там Илья придет, блядь, со школы. Или кто-нибудь еще. Пати пойду играть. Не хочу в соло играть, сори. Уже заебало. Проебывать. А, очко пахнет? Турнирная игра будет скоро. На квалах будем играть 13 числа. Я тренируюсь. Ну, вот это герой, на котором надо уметь играть. Он же там ФПшный, прям такой крепкий. Я опять забыл, что там... Екатеринбургская модель, звезда Инстаграма Мария Хрестина, приговорена к 3 годам лишения свободы судом белорусского Брест за контрабанду наркотиков, сообщает информационное агентство Ура.ру. Под... Какой мод? А, электронка, что ли? А, она на вебке лежит. Сигелей на 75 ватт. Друга Марии Елена Черных на своей странице в соцсети обратилась за помощью ко всем, кто знает Хрестину. Цитата. «Я за мир и за справедливость», пишет Елена. «Я из народа, и мне сейчас нужна помощь народа. Распространите куда только можете. Все-все-все. Магазины... Я себе кингертич купил с дрипкой Кеннеди». Я себе кингертич купил с дрипкой Кеннеди. Нормально. Да не знаю, я не хочу себе ничего нового покупать, блядь. Это просто самый простой мод, который только есть, блядь. И баг самый... Ну, баг не простой, там, кубис. Ну, со, блядь, самый простой, который есть, блядь. Мне больше ничего не надо. Гала, теперь ей нужна ваша помощь. Сделайте репост, пусть люди узнают правду. Проблему 26-летней екатеринбургской звезды Инстаграма, имеющей 162 тысячи подписчиков, возникли 5 мая этого года, когда Хрестина со своим другом Тимуром Джафаровым на машине возвращалась из поездки по Европе. На польско-белорусской границе... А куда ты дел, старый? ...унюхала в ее багаже баночку с чаем, на котором так и было написано «Эйфория каннабиса». Модель призналась, что приобрела этот... Куда ты дел старый? Бля, старый это какой именно? Я уже не помню, какой у меня до этого был, блядь. Слава Украине! Героям слава! Биолад, спасибо за подписку, братан. Я не помню, ну, я не помню, какой старый, типа... Хер его знает. Какой, я даже не помню. Бля, у меня вот помню был, когда мы с вами, ну типа у Ярика постоянно сидели, был, блядь, вот этот с Юноны, типа. Черный такой. Черный, ну да, с Юноны, да хуй его знает. Я вроде продал кому-то, или отдал просто. А, здесь вспомнил, я другу отдал просто, все. Потому что я тогда обычные сигареты курил. Потом мне опять захотелось, я у друга этот купил сигелей. Все, типа, он просто самый простой, который только может быть. Так. Три М1 раунд, как тебя зовут? Никита его зовут. Чай в специализированном магазине в Праге. В Чехии законы позволяют продавать и приобретать товары, содержащие производные конопли. К слову, конопля продается и в российских рыбацких магазинах в качестве... Собака Биолата, а что? Например, эти фото... Никитос его зовут. Сделаны в гипермаркете Сималенд в Екатеринбурге. Но то ли это просто разные конопли, то ли белорусские законы строже российских, только пограничники в Бресте высчитали, что в баночке чая содержится 1,14 грамма марихуаны, запрещенной к провозу через границу. Подтверждением неслучайности этой находки стал и анализ крови самой Марии, сделанный ей при задержании. В ней также были обнаружены следы каннабиноидов. Следствие заняло всего 3 месяца, и уже 1 августа, как выясняется сейчас, россиянка получила максимальное наказание по предъявленной ей 328 статье УК Республики Беларусь.
3 года лишения свободы с содержанием в колонии общего режима. Какую именно помощь ожидает подруга Марии от бывших деловых партнеров модели, кроме распространения этой информации, непонятно. Чем это реально может помочь, так предостеречь других наших соотечественников от подобных поступков. Похожая история в этом же году произошла и с художником из Нижнего Тагила Максимом Гертом, попытавшимся привезти в Россию из Перу шаманский отвар, содержащий психотропное вещество, и уверявший, что в Перу этот напиток является легальным. Может быть, так оно и есть. У нас тоже водка для совершеннолетних в магазинах продается легально, но попробуйте выехать с ней в ближневосточные страны... А фамилия случайно Лосев? Сука, Биолата, кто ты, блядь, откуда ты это знаешь? Биолат. Да, случаем Лосев. Жени Марии Хрестиной, прикупившей конопляный чай в Праге. В каждом монастыре, как известно, свой устав. Меня зовут Юрий, я отец Ратибора Гоголева, которого неправомерно судили на 6 лет за изнасилование, которого не было. Обращаюсь ко всем, не витайте в облаках, наша судебно-правовая система работает только для своих шкурных интересов. Ни о какой справедливости и правде речи вообще не идет. Всем привет, друзья! В этом видео не будет каких-либо шуток или... попытки вас рассмешить, скорее будет попытка вызвать у вас чувство гнева, негодования и несправедливости. И я вам хочу рассказать маленькую историю, которая... А твоя фамилия Егор случайно не Александров? Ну все, ПЦП, взломали хакеры и собака. Да, Александров. Бля, и вправду, как ты нахуй догадался, блядь, чел? Это же жесткий. России в городе Тольятти. Из этой истории только одно имя правдиво, и это имя Ратибор. Остальные все вымышлены, потому что их нельзя раскрывать по закону. История начинается с того, что подростки решили устроить вписку. И туда сошлось человек 10, в том числе девочки 4. И одной из девочек, условно назовем ее Марина, Марине было 12 лет. Всем остальным от 16 до 18 в этом возрастном диапазоне. Все пили водку, наслаждались. Вам не кажется, что эта история немножко уже напоминает один известный случай, да? Но я продолжу. Молодежь пила водку, в том числе 12-летняя Марина, после чего она села на коленки к хозяину дома, пусть это будет Тимур, и начала с ним целоваться. После этого Марина взяла Тимура за руку и повела в спальню. Молодежь немножко посмеялась, продолжил заниматься своими делами, а через какое-то время решили поподглядывать, что там происходит в спальне. Когда они приоткрыли дверь и посмотрели, там был Тимур, голый, на нем Марина голая. Они лежали частично под одеялом, целовались и... ХЗ, великий Тиор помог. После чего подруга, которая привела Марину... Да, ХЗ, Тиор. Блядь, Тиор. ХЗ, великий Тиор помог, блядь. Тиор, это вроде у Ильи, блядь, ник такой был. Короче, да, это жестко. Завопила, ей же 12 лет, забрала голую Марину, отвела ее в душ и попыталась привести в чувство. Это у нее не получилось, после чего подруга сказала: «Марина, мы уходим», а Марина сказала: «Я не хочу никуда уходить». После чего подруга сказала: «Марина, тогда делай, что хочешь», и сама ушла из квартиры. После чего к другу Тимуру присоединился еще один друг, да, его тоже Тимуром, и они уже втроем пошли в спальню. Однако после этого поступила информация, что скоро должна вернуться бабушка. Че, Илюха, разлагинивайся. Я его друг. Друг? Какой именно? Как тебя зовут? Не, быстренько разбежалась. Нужно было избавиться от уже в говно пьяной Марины, и ребята выволокли ее на улицу. И Тимур, как ответственный молодой человек, сам не решился выпроваживать свою суженую, а попросил это сделать друга. Тем временем, что происходит на улице? На улице тем временем тусуется Ратибор и Илья с этой же тусовки. Выволакивают эту пьяную 12-летнюю Марину на улицу и кладут на лавочку. После этого поступает идея, предложение не оставлять ее так, а отнести на ближайшую стройку. А времени было уже 22:00, то есть довольно темно. Отнести на ближайшую стройку, чтобы она там немножко пришла в себя. В это время Илья говорит: а почему это им можно было ее
Ну, вы понимаете. А нам нельзя. Давай-ка мы ее тоже оприходуем. На что Ратибор с показания Ратибора посчитал это за плохую шутку. После чего Ратибор и друг Илья понесли эту девочку на стройку. Но я думаю, вы понимаете, что подростки, ребята, довольно шумные. И когда они все это делали, они кричали, визжали, скорее всего, в общем-то, издавали шумы. Это было услышано соседями. И соседи, увидев, как два парня тянут какую-то девочку на стройку в усмерть пьяную, решили помочь. Вы понимаете, стройка, электричества нету, темно. С показаний Ратибора Ратибор видит, как Илья начинает приспускать свои трусишки и потихо ложится на девочку. В это время вбегают два мужика, которые решились помочь и с криками «Стоять!» останавливают всю эту вакханалию. На момент всего этого чё действия ты смотришь? Илье было 18 лет, а Ратибору 17. Какую-то хуйню. 17. И вы скажете, ну, в принципе, звучит как групповое изнасилование. Сначала там два парня, скорее всего, а потом тут один уже на нее залазит. Но все не так... Все намного радужнее и намного интереснее. Сейчас вот будет феерия, то, как закручивается сюжет. Вот у нас есть 4 парня и одна 12-летняя пьяная девочка. Групповое изнасилование, скажете вы. Да, но с очень интересным моментом. Первые два парня идут как свидетели. Они не осуждены ни в чем. Хотя были изъяты следы крови с простыни, и есть куча свидетелей того, как они там развлекались в доме, это не было расценено как секс вообще. Хоть и была куча свидетелей в доме, которые могут подтвердить, что они пошли в комнату, после чего они могут подтвердить, что видели их обоих голыми, первого Тимура и девочку Марину. Но это не расценивается как секс, как половой акт, в принципе, и тем более как изнасилование. Судят Илью и Ратибора. С Ильей все понятно. Это совершеннолетний парень, который решил трахнуть 12-летнюю девочку. И он должен отвечать по закону, причем не просто трахнуть, а изнасиловать, потому что она была в неадекватном состоянии и не могла дать свое согласие или несогласие с этим действием. Главная тема этого ролика — это Ратибор. 5 равно 1 лан, я пошел. Ратибор Гоголев получил... Удачи, братан. Давай, Никитос, пока. Получил 6 лет в воспитательной колонии, а Иван, как совершеннолетний, 5 лет колонии общего режима, то есть по годам больше. Сразу скажу, что эта девочка повела себя не как Диана Шурыгина и написала просто отказ от участия в каких-либо делах, ссылаясь на то, что она вообще ничего не помнит, была в нулину и все. Так вот к чему-то я. Возможно, вы спросите, так и в чем вопрос? Двух пацанов потому что не обвинили? Или что? Или мало лет дали? Или много лет дали? К чему ты ведешь? Ратибор не признал свою вину. И на это есть ряд причин. Во-первых, потому что он этого не делал. Логично. Ратибора, знаете, почему обвинили? Потому что после 4 месяцев сидения в СИЗО, Илья, первый парень, дал показания против Ратибора. Спустя 4 месяца в СИЗО. До этого у него были одни показания, спустя 4 месяца другие. Самое забавное, что спустя те же 4 месяца, 4 месяца и несколько дней, сразу после показаний Ильи против Ратибора, у свидетелей тоже меняются показания. И что они нам сообщают? Что они видели, вот как вы меня видите сейчас, так и они видели тогда. А я напомню, что это была стройка, без света и ночное время. Они видели, как Ратибор со спущенными штанами уже лез на бедную пьяную девочку Марину. В итоге все обвинение Ратибора строится на одном показании Ильи, который с ним был в то время. И родители Ратибора стали интересоваться, а почему это так? Интересно. Самое забавное, что после проведения экспертизы было выявлено, что ДНК Ратибора не было нигде, где оно могло быть при половом акте. На трусах обнаружены смешанные следы пота и следы ДНК, которых установлено, что они происходят от Козлова и Марины. Происхождение ДНК от Синицына, Власова и Гоголева Родиона исключается. На одежде Гоголева, бриджах, футболке обнаружена кровь человека. Исследование ДНК, которое установлено, что она происходит от Гоголева. Но для суда это были недостаточные доказательства. Самое смешное, что доказательство невиновности первого Тимура и второго Тимура получилось доказать благодаря этим фактам. Но не Ратибора. Родители пошли дальше и запросили у суда полиграф. Судом было отказано, и родители за свои деньги сделали полиграф Ратибора. Но сразу сообщу, что все остальные участники данной вакханалии почему-то отказались от его прохождения, в отличие от Ратибора. Ну давайте почитаем. 29 августа 2016 года на стройке вы понимали, что Марине меньше 14 лет. Нет, это правда. На момент знакомства с Мариной вам кто-нибудь говорил, что ей меньше 14? Нет, и это тоже правда. До момента вашего задержания вам было известно, что Марине меньше 14? Нет, и это правда. Вам понятен термин половое насилие? Да, и это правда. И, собственно, главный вопрос, который подтверждает его невиновность на полиграфе. Притрагивались ли вы на стройке 29 августа 2016 года к половым органам Марины для получения удовольствия? Нет, это правда. Притрагивались ли вы на стройке 29 августа 2016 года к груди Марины для получения удовольствия? Нет, и это правда. Вводили ли вы на стройке 29 августа 2016 года свой половой член во влагалище Марины? Нет, и это правда. Благодаря ДНК
и полиграфу можно понять, что улик против Ратибора по факту нету. Но все обвинение строится из показаний одного человека, который находился 4 месяца в СИЗО, а потом резко изменил свои показания. Сразу после этого почему-то свои показания изменили и свидетели. Просто я вам объясню систему работы. Попробуйте. Вспомнить, что вы делали полгода назад, примерно в это же время. Вот именно. Детали забываются, они вспоминаются за такое время. Но в этом случае все случилось почему-то наоборот. Помните, я вам говорил, что девочка отказалась от дачи каких-либо показаний и от участия в уголовном деле? Это все отлично, но за нее выступала ее бабушка. И она потребовала с каждого из насильников, то есть с Ильи и с Ратибора, по 1 000 000 рублей. Суд частично одобрил это ходатайство, если я правильно все говорю. И дал общую сумму штрафа 390 тысяч рублей. Теперь поймите комичную ситуацию. Илья получил штраф 190 тысяч рублей, а Ратибор 200 тысяч. Совершеннолетний парень 190 тысяч рублей, а Ратибор 200 тысяч. У вас уже разгорается ненависть, злость, чувство несправедливости. Но самое забавное в этой истории, знаете что? Запись в группе поддержки Ратибора Гоголева от 12 сентября. Добрый день, вчера у нас была апелляция, в целом прошло неплохо. Рассмотрение перенесли на 2 недели для изучения материалов, предоставленных стороной защиты Ратибора. Знаете, что это за материалы? Вы сейчас будете очень-очень сильно смеяться. Не будете, вы будете просто буйствовать и будете наполнены гневом настолько, насколько можно. Как я был, когда изучал материалы этого дела. Фигурант дела о групповом изнасиловании в Тольятти может быть оправдан из-за своей болезни. Что за болезнь, спросите вы? А сейчас мы вам расскажем. Сторона защиты настаивала на том, что Ратибор не участвовал в изнасиловании. Илья убедил его просто тащить девочку в тихое место, чтобы она не лежала у всех на виду около подъезда. Теперь у нас есть доказательства того, что он не только не хотел участвовать в сексуальном насилии, но и не мог физически, рассказал адвокат Вячеслав Зимчихин. Сексологи пояснили, что с таким заболеванием физическая близость проблематична в принципе. Останется ли приговор Ратибору Илье без изменений – большой вопрос. Вот она, развязка. Чтобы тебя не обвинили в изнасиловании или оправдали по делу об изнасиловании, ты должен физически быть не способен изнасиловать человека. И только в этом случае суд может досконально изучить материалы дела, пересмотреть материалы дела. И как мы пишем, останется ли приговор Ратибора без изменений – большой вопрос. То есть и это может быть нерешающим фактором. Не мог изнасиловать, но попытка была, поэтому засчитаем тебе групповое изнасилование. Просто поймите, насколько идеальна правовая система. Результаты ДНК и полиграф не считаются какими-то важными факторами в уголовном деле. Свободная карта. И количество участников, которые могут быть. Просто набивай татуху и получаешь 100 лет бесплатную пиццу. И как бы зная, где мы живем, я примерно уже понял, что сейчас эти татухи побегу бить я, моя бабушка с достойнейшей пенсией в 7000 рублей, мои друзья с тоже крайне достойной стипендией в 700 рублей. Мне, кстати, даже сложно представить, как им ее выдают. Типа, чел, ты так хорошо учился весь этот месяц, ты посвящал всего себя только учебе, ты учился весь месяц на одни пятерки, и поэтому хотим дать тебе 700 рублей на месяц. Смотри, бля, не обожрись только. А моя первая мысль была, что вау, какой замечательный конкурс. Это что, теперь получается, можно не умирать, и жить будет не только мама вечно, но и я? Как же здорово, завтра же бегу набивать. Потому что, ну, у меня действительно есть знакомые, которые живут на улице, и чтобы банально пожрать, они роются в мусорных баках и всякое такое. И это неплохие люди, просто вот жизнь ебет нас всех, и ты никуда не знаешь, куда приведет тебя все то, что с тобой сейчас происходит. И бесплатные 100 пиц в год не будут лишним, тем более раз это до конца всей твоей жизни. Но потом в моей голове промелькнула мысль о том, что большинство людей — это ебаные свиньи, которые просто хотят тебя наебать. И я начал как-то перепроверять всю эту информацию и уточнять ее. И оказалось, что сертификатов они планируют выдать всего 500. 500 не на каждый город, а просто 500 на всю Россию. С ее многомиллионным населением 500 сертификатов для группы, в которой 20 тысяч человек в одной только вот этой. 500 сертификатов. И это, блядь, никак не указано в посте. Изначально, признаюсь, даже я собирался набить эту херобору, я даже написал конкретно где, особенно после того, как прочитал, что татуировки будут проверяться на подлинность, на что они мне ответили, что так нельзя, нужно на видном месте обязательно набивать, и скинули фотографию тех мест, которые они считают видными, на что я ответил, что и, короче, был нахуй забанен. Но суть в том, что я немного проебался с записью этого ролика, я записываю его сегодня, 4 сентября. Эту новость они опубликовали 31 августа. Сейчас
4 сентября. В группе у них на данный момент практически 20 тысяч человек. Естественно, за это время, увидев эту новость, наверное, уже тысячи людей успели набить себе этот логотип. То, что помимо основной российской группы, эта запись была еще в каких-то локальных группах Доминос, которые вот базируются там в каком-то конкретном городе. Еще эту запись размещали в Инстаграме и на их Facebook-странице официальной. То есть за 5 дней могли успеть уже тысячи человек набить себе это вполне. И под этой записью некоторые люди, которые сомневались в честности вот этого конкурса, спрашивали, а в чем, собственно, подвох? И им отвечали, что никакого подвоха нету. Но если им вообще куда-либо написать, то они сразу же вам ответят, что сертификатов-то на всех 500. И это никак не указано в первоначальном посте, просто, блять, никак. И сегодня, 4 сентября, в 8 утра, они написали, что «Друзья, у нас уже есть 350 участников. Новые татуировки по акции Доминос навсегда не принимаем. То есть бегите, бля, сводить все свои портаки за свои деньги». Но они сделали вид, как будто они о вас, пиздец, позаботились и написали, что «Ждем оперативно фотографии до 12 часов дня сегодня». То есть с 8 до 12. Чтобы вы понимали, я, блядь, встаю в 2-3 часа дня. И дохуя людей, скорее всего, просто не увидели этой записи и просто набили себе татуху на отъебись, не получив никакого, блядь, сертификата. И мне, в принципе, их даже не жалко, потому что мне никогда не жалко людей, которые ведутся на какую-то хуйню, которые кричат, что «Ой, вон там отрекламировали что-то и меня тем самым наебали». Нет, это не тебя наебали, это ты сам наебался. И если бы тебя не наебали здесь, то тебя бы обязательно наебали в другом месте другие люди, просто потому что вот ты такой и тебя легко наебать. И это даже пойдет тебе на пользу. Ты наебешься один раз, наебешься второй, но в третий раз ты уже как-то постараешься перепроверить информацию и не наебаться. Я не хочу гнать на Доминос. Я там был один раз, и, ну, неплохая пицца. Нечем, бля, особо восторгаться, но и разочароваться тоже. Просто нормальная вкусная пицца. В общем-то, это все, что я хотел вам рассказать про акцию Доминос навсегда. Спасибо за просмотр. А перед началом ролика, ребят, хочу вам посоветовать канал, что которого дико выстрелил. Сразу хочу вам напомнить, рубрика исключительно развлекательная и познавательная. И если вы уже где-то слышали эти факты, то это нормальный процесс. Тут нет никаких сверхскрытых фактов. Но сегодня я старался искать только самые интересные. Это дисклеймер специально для даунов, которые гадили в комментах ролика фактов о Кизару. Что ж, погнали. Первый факт. Буквально неделю назад, а именно 8 дней назад, Тимуру исполнилось 17 лет. Если что, ролик я записываю 30 октября. Второй факт. Клип на трек «Я не ребенок» появился на ютубе как раз таки в день рождения Тимура. Отсюда такое тематическое начало клипа. Третий факт. Тимур являлся выходцем объединения «Закат 991». Четвертый факт. После ухода из «Заката» Трил Пил поддерживает с ребятами теплые отношения. Он даже снялся в их последнем клипе. К слову говоря, фрагмент клипа, который вы сейчас увидите, снимали в 4 утра после вписки. Если я не ошибаюсь, это был день рождения Лизера. В моем кармане есть деньги, что забыл я на этом притоне. Я Свиза, я Сниза, мне проще быть такими, как и я. Но ты понял, зеркала, эй! Пятый факт. Альбом Трил Пила называется «Челси». Так вот, послушав альбом, можно заметить, что Тимур нередко обращает внимание на представительниц противоположного пола и говорит про все их прелести. На данный момент стало модным использовать новые слова и заимствовать их абсолютно из всего. Понятие «Челси» не является исключительным. В наше время так называют девушек, у которых огромная пышная грудь. Шестой факт. При написании релиза Твилли брал некоторые факты из своей жизни. Так, например, первая песня «Fuck School» была написана после того, как исполнитель объявил всем, что его отчислили из школы. И нахуй школу, нахуй школу, в Last Time Freestyle он предсказывает, что хейтеры в очередной раз засрут его релиз, но ему на это будет плевать, ибо он делает музыку, которая в первую очередь нравится ему самому.
Этих рэперов, трэперов, я один в этом здании. Мы день и ночь делаем эти вещи, вы знали. И как мы на блоке сияем, берем все то, что нам нужно. Со мной хрустим перископ, без буду кучи высоко кучу. Я так молод, прямо сейчас я беру, что должен. Прямо сейчас ты, блядь, дома с мамой пиши. Какой я хуёвый рэпер еще раз. Посмотри сюда, сука, нак-нак-нак-нак-нак. Если вдруг ты против нас, придурок, воу-воу. Сумасшедший навсегда, мы ворвались навсегда. В хэви-мили наркота, я! Седьмой факт. В возрасте 8 лет Тимура бросил его отец. Но, как по мне, это один из факторов, повлиявших на становление артиста и повлиявших в положительную сторону. Восьмой факт. 1 июня 2017 года выходит трек плюс видео к нему под названием «Я ебал рэп» под продакшеном Young Romero. В новой композиции Пил доходчиво объясняет, каким образом он добился успеха, размышляет о менталитете и шлет подальше своих хейтеров. Красивая картинка, Lamborghini Gallardo. А самое главное, что это первая весточка с релиза Chelsea 2 и отправная точка хайпа. Камон, миллион плюс просмотров все-таки. Девятый факт. В детстве Тимур увлекался тектоником и участвовал в батлах под ником Spark. Десятый факт. В 14 лет Тимур начал сам зарабатывать, но это было воровство телефонов. 11 факт. Тимур не осуждает свое воровство. Это понятно из трека «Вор в законе». Я ворую много, как молодой чиновник. Я ничего не должен, и удали мой номер. И ты ведь знаешь, кто я маленький уебок. Я делаю дело на блоке, я курю трек на блоке. Делаю деньги, я вор, сука, я делаю деньги, я вор. В этом ничего такого, мой бро. Если ты мне украл своего, если ты крысишь, ты просто гандон. Переведила бы на телефон. В этом нет ничего такого, бро, если ты не украл своего. 12 факт. Тимур употребляет психотропные вещества. Это можно понять из его последнего дропнутого трека. И из вот этого вот видео. Я знаю. В смысле, откуда знаешь? Пачку тебя из кармана достал. Блять, да это не моя пачка вообще. Понятно, пошли сюда. Да блять, пошли сюда. 13 факт. Любовь к музыке у Тимура пошла из детства. Его дядя работал диджеем на радио, а юный Трилли постоянно просил включить его трек 50 Cent'а I'm Still Kill. От этого трека Трилли начинал беситься и танцевать. 14 факт. Свои первые тексты Тимур начал писать в возрасте 10 лет. Вы только задумайтесь, чем вы занимались 10 лет. Некоторые читать-то не умели. Ну и последний, но самый важнейший, как по мне, факт, который будет полезен для всех даунов, которые хейтят Трилла. В откровенном разговоре Тимур говорит, что его раздражает то, что многие в хип-хопе строят из себя серьезных мужиков, опасных драгдилеров, тех, кем они на самом деле не являются. Твилл в своем творческом выражении является самим собой и старается дарить людям только положительный настрой и приятные эмоции. Он хочет, чтобы люди после прослушивания его треков прекращали грузить себя тяжелыми мыслями, которых так много в современном мире. Рэперов, приносящих в свое творчество проблемы, Тимур и вовсе не понимает, так как его взгляды основаны на том, что в мире достаточно негатива, чтобы и так внести корректировки в и без того сложное повседневное существование. Поэтому парень старается радовать своей музыкой и слушателей и дарить им только положительные эмоции. Ну а на этом факты о Тимуре Самедове закончились. Во второй части их было не 25, а 15, но в этот раз я... В Подмосковье все-таки отправили под арест виновника жуткой аварии, в которой погиб мужчина и серьезно пострадали его жена и маленькие дети. Машину семьи протаранил пьяный лихач на внедорожнике, который летел по встречной полосе. Еще пару дней назад казалось, что нарушитель-рецидивист может уйти от ответственности. Его всего-навсего обвинили в неосторожности. Но все изменило вмешательство Вестей нашего корреспондента Александра Карпова. В машине были я, муж и дети. И увидели, как нам навстречу несется машина. Был первый удар, потом, я помню, второй удар, эта машина перевернулась на бок. После столкновения я оглянулась, дети начали немножко там стонать. То есть я поняла, что дети живы, муж стонал, дышал. То есть я тоже... Все живы, но он был без сознания. Сергей и Радмила были молодой, счастливой, преуспевающей семьей. Везли сыновей с дачи в Москву к началу школы. Те страшные мгновения аварии до сих пор кажутся Радмиле длиною в вечность. Но, судя по кадрам с видеорегистратора, шедшей следом машины, все произошло менее чем за 2 секунды.
водитель нашего автомобиля увидела, что BMW X5 серого цвета вылетела навстречу. Сказала нам, мы ехали втроем, она нам сказала, девочки, смотрите. И дальше в лобовом стекле появились просто вот ошметки от автомобилей, стекла, все это летело. Удар был такой силы, что тяжелые внедорожники разлетелись на десятки метров. Трагедия произошла воскресным вечером, когда поток машин дачников шел из Сергиева Посада в сторону Москвы. За секунды до ДТП Сергей Орлов успел увидеть двухтонный джип, летящий прямо в лоб его автомобилю. Он сделал все, чтобы смягчить удар и спасти свою семью. Но ценой собственной жизни. Увы, Сергей скончался на месте. Скорая к нему не успела. Его дети выжили, но получили тяжелейшие травмы. Удар пришелся на его сторону. Мой младший ребенок сидел за ним. Соответственно, у него тоже все вот открыто, черепно-мозговая травма. Все лицо было изрезано. А вот старший ребенок сидел за мной. У него разрыв селезенки. А вот виновник аварии, 32-летний Павел Виноградов, отделался ушибами и вывихами. И, как утверждают в один голос все свидетели, он был изрядно навеселе. Виновник аварии, по моему мнению, был пьяный. От него пахло перегаром. Он сидел, он не понимал, что происходит. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. То есть Виноградову, оказывается, инкриминировали не совершение смертельного ДТП в пьяном виде, а всего лишь неосторожное вождение. И даже задерживать его не стали. Скажите, а Павла Александровича можно увидеть? Нет. А? Нет. А где он? В больнице. А вы его мама? Да. А что по поводу аварии скажете? Ничего. По поводу аварии скажите? Ничего не скажу. То обстоятельство, что до настоящего времени по делу не опрошен и не допрошен ни один из свидетелей очевидцев дорожно-транспортного происшествия, не назначены и не проведены необходимые в данном случае судебные автотехнические, судебно-медицинские экспертизы, указывает на допущенную волокиту по настоящему делу. Вот Виноградова достают из покорёженного джипа. Он в сознании общается со спасателями, отвечает на вопросы. Сейчас же он делает вид, что ничего не помнит. Сколько вы выпили перед поездкой? Не пили. Не пили вообще? Вы знаете, что погиб человек? Да. Почему вы оказались на встречной полосе? Я не помню, занесло, наверное. Занесло? Да, я ничего не помню. А сколько было в машине человек? Двое. А? Трое. Как мы выяснили, в 2014 году этот человек уже был лишен водительских прав за пьянку, после чего уехал в Кабардино-Балкарию, сменил фамилию и получил новые права, как ни в чем не бывало. Каким образом вы под другой фамилией получили права? Как? В Кабардино-Балкарии. Я уехал туда жить. Так. Ну, фамилию. А? Уехал жить туда. И поменяли фамилию? Да. Разделитель полос на месте ДТП снесен на протяжении почти 200 метров. Потерявший управление внедорожник Виноградова, словно огромное пушечное ядро, рикошетом носило из края в край по оживленной дороге. Жертв могло быть куда больше. Дети не знают о том, что папы нет. Для меня это конец. Я, конечно, дышу, я буду делать все ради детей, но моя жизнь закончилась. Когда этот материал готовился к эфиру, стало известно о том, что после сюжета в «Вестях» уголовное дело было переквалифицировано на четвертую часть статьи 264 «Совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения», после чего суд вынес постановление об аресте Павла Виноградова на 2 месяца. Александр Карпов, Валерий Куприй, Виталий Дуприч, Олег Добин. «Неделя в городе». Как тебе?